О проблемах жителей дома номер 5А по проспекту Текстильщиков наш телеканал уже рассказывал. В конце марта ивановцы обратились в редакцию в надежде привлечь внимание управляющей компании, и не безрезультатно. Только телевидение отъехало, и 3 дня здесь был ажиотаж вокруг помоечки. Мели день и ночь, возили тут все. Вот. И опять все заросло, вот 2 месяца не прошло. Когда растаял снег, жильцы дома добросовестно вышли на субботник, собрали весь мусор на прилегающей территории и, как полагается, отнесли его на контейнерную площадку. В конце апреля и точно 2 мая все в мешочки положили, к помойке отнесли, и до сих пор все лежит, все мешки разорванные. Скоро ветер полетят, весь мусор опять это к домам, к подъездам, на площадке. На просьбы жителей навести порядок реакции со стороны управляющей организации не последовало. Я пришел к ним, управляшку. Говорю, на носу победа, день победы. А к слову говоря, я победный майский. В 1945 году родился, 19 мая. Вот будет. Я говорю, гости должны прийти. Стыдно. Ладно, ладно. На том и дело кончилось. В защиту управляющей компании можно сказать, что бытовые отходы вывозят регулярно. Проблема заключается в другом. У нас же, смотрите, сколько здесь в округе домов и одна помойка. И не только наша компания «Прогресс». Здесь и «Опора», и еще какие-то другие компании. Они-то тоже должны заниматься. Наша компания вывозит мусор каждый день. Навести порядок можно было бы с помощью бункера для крупногабаритного и строительного мусора. И судя по тому, что проблема не решается долгое время, здесь давно пора установить дополнительную контейнерную площадку. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.